Всем привет! Меня зовут Елена Ильина. Я прошла школу Оксаны Майковой «Сам себе риэлтор». И вот мой первый результат. То есть мы купили квартиру на 20% дешевле ее стоимости, с отличным видом и даже видом на море. И я просто безумно счастлива, не могу сдержать своих эмоций. Когда мы приходим на курсы, мы решаем какую-то проблему. Нам надо решить какую-то проблему. И какая в данном случае была проблема? С одной стороны, маленький бюджет, с другой стороны, это определенные желания. И вот как совместить эти желания с возможностями? Да, оно все время висело. Ну, его надо снять. Надо. Я даже думала, я тебе еще не говорила свои опасения, чтобы тебя не смущать, что оно там висит. Ну, потом могут позвонить и говорить. Дорогу осилит идущий, а у нас новый владелец квартир и новый источник пассивного дохода. То есть Лена сдала квартиру, квартира сдается быстро, спустя неделю буквально есть результат. И это самое главное. Как бы тяжело не было при выборе, сколько бы это ни было, ну, немножко нервно, да, как бы чужая страна, страшно немного, но тем не менее, самое главное это результат, и мы поздравляем Лену, ее квартира на сайте Airbnb, естественно, если вы хотите поехать в Торревьеху, добро пожаловать, сдаем недорого, неделю работы после покупки, и вот вам результат. Это я говорю для тех, кто сомневается, или кто-то еще думает, кто-то решает. Понятно, есть страхи, понятно, есть сомнения, но если вы шаг за шагом идете к своей цели, то у вас все получится, и неважно, какую сумму вы имеете в наличии, самое главное, вы знаете, как ей распорядиться. Для этого мы открывали нашу школу, поэтому мы встречаемся, поэтому мы изучаем тонкости, да, вложения в недвижимость вообще и недвижимость в Испании в частности. Подробности, пожалуйста, читайте под этим видео, в описании. Все подробно есть. Мы постоянно делаем наборы, постоянно готовимся к покупке. Это процесс, скажем так, который должен быть с вами всегда. А мы радуемся за Леночку, еще раз ее поздравляем и ждем новых результатов от наших студентов. От студентов нашей школы. Надеемся увидеть вас в их рядах. Спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Ставьте, пожалуйста, лайки, поддержите наше видео. Подписывайтесь обязательно на канал, чтобы оставаться в курсе событий. И смотрите наше предыдущее видео, как мы выбирали квартиру. Я буду благодарна вам за ваши комментарии, потому что только ваши действия дадут мне понять, что это вам нужно. И такие ролики также необходимы и интересны. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Подробности про школу читайте в комментариях. До свидания.